Да, кстати, о ближайших матчах тоже нет-нет, но и надо подумать. Просто потому что скоротечный достаточно турнир. Он, как бы, как сказать, он с одной стороны такой, получается, двухфазовый и непростой. А с другой стороны, вот здесь сейчас надо результат брать. Во всяком случае, что касается осенней части турнира, где «Волга» находится на втором месте в золотой группе второго дивизиона. Ну а «Уфа» на девятом предпоследнем. Это вратарская, РФ, кричит главному судье Денис Еремеев. И подача вполне могла стать голевой. Потому что, ну, во второй лиге махнуть могут из аута аж до вратарской. И считаешь, лучше штрафного. Подача, момент! Вот, наверное, образец игры, которая должна сегодня быть у Уфы. Да вот, наверное, и все. Да, свисток. Свисток. Завершивший первый тайм матча третьего раунда Фонбет Кубка России по футболу. Ульяновская «Волга» дома играет с Уфой. Счет пока что 0-0. Он, погнали. Есть такое ощущение, что никаких замен не предприняли главные тренеры команд. Дибергаджиев. Обратный пас получает. Он штрафной рухнул. А чтобы завалить такую башню, надо, чтобы либо она была пизанской, либо серьезное усилие. Емельян. Басевич, он на левом фланге. Все в порядке с финтами. Заход на удар. Бабах. Вот это было рядом. Тут ничего, обыгрывается с партнером. Неплохо. И передача в касание. Наконец-то есть ускорение игры. Момент. Момент. Забить. Это была атака недели. После утомительного футбола сборных мы дождались матча с главной неоновой вывеской «Волга-Уфа». И это был самый яркий эпизод в игре. Потрясающая атака. Причем она с самого начала была хороша. Хорошая. Гиян приятное впечатление оставляет. Ну, уж простите, я лично так по-комментаторски всегда буду подтапливать за молодых игроков. Прострел! А вот это уже ошибка. Начали ошибаться в не самых сложных ситуациях защитники «Волги» и Пасевич. Хотя и убойные моменты тоже были. Уфа была ближе к победе. 0-0 и серия пенальти, выдающаяся для Баклова. Три спасения. Ух ты, пас пяткой, какой прострел! Момент! Будет в упор удар. Добивать-то кто собирается? Подбор за Уфой. Еще один супершанс. Да, и предыдущую суператаку. Итак, 85-я минута матча 1/64 Кубка России. 0-0 в игре «Волга-Уфа». И вот такая дальняя попытка. Это Данил Емельянов. Я думаю, для такого парня, как Агиян, сегодняшняя игра тоже шанс. И он ей воспользовался. Вот такой удар. Слушайте, это действительно была попытка, что одной, что другой команды вырвать свое. Да вот, собственно, и свисток. Но не финальный. Впереди серия пенальти в матче третьего раунда Кубка «Волга-Уфа». Хлебородов против Еремеева. 1-0. Чуть ли не по центру низом. Так что ли вышло? Магомадов бьет и Баклов! Невероятный Баклов! Внимание! Удар Александра Тиняева. В самый угол с припрыжечкой и поздравляем Дениса Еремеева. Так. И опять он тащит. Господи, ты, что это такое? Элегантный разбег и вправо от себя угол. Многоопытный центральный защитник. И он попадает в перекладину. Он попадает в перекладину. Серия при этом продолжается. И он это не делает. Денис Еремеев! Фантастическая заруба вратарей. Итак, Цыганцов против монструозного Баклова. Удар! Как в это поверить? Монструозный Баклов Супермен! Две серии пенальти затаскивает для своей команды. Этот мужчина
пропустил, я уже сбился со счету. Он пропустил лишь один пенальти за 8 ударов.